Всем привет! Хочу показать вам одного из своих любимчиков. Это фаленопсис Hawaii Dragon Girl на Белена Блю. Очень яркие, плотные такие пластиковые цветы. Крупные гигантейные листва. Один из родителей Hawaii Dragon Girl, вот он на фото. Второй Белена Блю. Всем известная. Фаленопсис имеет такие вот яркие цветы. Кончики лепестков такие с зеленоватым оттенком. Ярко-розовые, такие фиолетовые. Там при различном освещении серединка и концы лепестков желто-зеленые. Очень яркие цветы. В этом году цветет с двух цветоносов. Цветонос нарастает по мере отцветания цветов. На цветоносе одновременно можете держать по 2-3 цветка. Аромат просто ни с чем не сравнимый. Для меня мне очень нравится. На ярком солнце наполняет всю комнату. Это аромат лайма, лимона с розой. Я в восторге от этого цветения, от этих цветов, от этого аромата. Очень рекомендую всем в коллекцию этот цветок, эту орхидею. Просто великолепные цветы. Когда нарастет побольше цветонос, когда их будет больше, там 2-3-4 цветоноса, цветение будет пышнее, это будет что-то необыкновенное. Очень всем рекомендую. Спасибо всем за просмотр. Оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал. Пока-пока.